Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале Таня Онака. Сегодня мне поступил запрос от зрителя канал «Мама Матильда», ссылка будет под моим роликом, показать более подробно свердловский браслет с самоцветами. Вся надежда на камеру, чтобы была резкость и чтобы можно было поближе рассмотреть замок, серебряный замок. Черный агат, зеленые камни, зеленые. Так, давайте внимательно смотреть по списку. Вот это у нас халцедоны, а это зеленые нефриты, сердолик. Хризопрас и черный агат. Черный агат. Еще раз смотрим. Зеленый хризопрас. Затем идет сердолик. Сердолик. Нефрит. Халцедон. По три камня. Агаты. И опять черный оникс. Фирменная застежка, крючок заводим до конца и защелкиваем. Хризопрас, нефрит, халцедон, агат, оникс и сердолик. На данный момент купить довольно-таки проблематично. Во-первых, нет их, во-вторых, цены, ну, в среднем 10 тысяч. Наверное, это уже и недорого, потому что браслеты сегодня не дешевы. Я покупала современные фирме Fit, они тоже очень-очень стоят недешево. Мужу вот мы купили браслет 15-20, что-то такое, да, современные браслеты. Ну, а это уже винтаж. Так что надо брать, иначе будет поздно. Ну и, соответственно, можно носить с разными камнями. Вот, пожалуйста, кольцо с сердоликом, тоже Свердловск. Я его ношу крайне редко. Видите, он мне большой. Но переделывать не буду, продавать тоже. 10 тысяч, возможно, меня выручат когда-то, но пока нет, пока мне это не нужно. У меня есть еще вот такой браслет. Это сердолик. Вот он еще интереснее, на мой взгляд. Мне вот этот браслет больше даже нравится, чем с самоцветами. Здесь, посмотрите, застежка какая. Вот я поближе показываю. Тоже сюда. И вот так. У меня на канале есть ролик о таком же точно браслете малахитовом. Я его купила в комиссионном, вот такой браслет малахитовый. И коллега попросила, я ей продала. Теперь уже жалею, что продала. Ну да ладно. В общем, посмотрите, да, можно вот этот мне носить сердоликом. И вот этот можно браслет носить сердоликом. Потом еще у меня есть вот такое вот кольцо. Оно тоже у меня подходит сюда. Посмотрите, какая красота. Так, ну и еще есть вот такой вот браслет. Яшма. Вот он. Точно такой же механизм. Вот, смотрите. Также. А этот мне по размеру, по руке. Сейчас покажу. Он один на руке очень хорошо смотрится. Вот так. И вы знаете, вот что характерно,
Никогда у меня ничего не получалось купить по дешевке. Вот этот вот браслет я покупала в магазине с биркой. Это было, конечно же, в 20 веке. Коллега купила с малахитом, а я купила с сердоликом. Причем мы обоюдно с ней как-то к этому подошли. Я его носила, вот этот браслет. Он тоже довольно-таки свободно мне, но я никогда не помышляла его укоротить. И вот этот вот браслет, вот этот, который Ольга попросила показать, я его когда увидела в магазине, я сразу поняла, что надо брать. И тоже это было недешево. Женщина, которая торговала, я много очень у нее покупала, она никогда ничего не продавала дешево. Скидки не допросишься. И вообще так интересно, знаете, тот, кто умеет зарабатывать, они как-то умеют и купить подешевле. У меня никогда не получалось. Я всегда вот платила реальную цену. В общем, это такая вот стезя. До встречи, дорогие зрители. Пока-пока. Мы с вами обязательно увидимся. Давайте будем покупать прелесть и красоту. Пока. Пионы моей тети с дачи, а у нас опять пошел дождь.